Радостным событием отметился в селе Новый Тампонского района конец года. Там открыли интернат для школьников. Нина Ханарова подробнее. В канун Нового года в селе Новый Ингинского наслега, что в Тампонском районе, состоялось радостное событие, которого ждали с нетерпением и старый млад. Это открытие интерната для школьников. Строительство нового интерната для школьников назрело давно, потому что в старом после наводнения невозможно было проживать из-за низкой температуры. Поэтому и было принято решение о строительстве нового. Но на фундаментальные работы средств, как всегда, не хватало. Поэтому решили перенести здание из села Старые Сайды и с помощью новых технологий превратить его в новое, теплое, благоустроенное помещение. По-настоящему праздничный день. Этого дня мы ждали долго. Неделю здесь живем, и мы чувствуем себя как дома. Тепло, уютно, светло, как говорится, все условия есть. На этот праздник собралось все село, дети и взрослые, представители подрядчика и администрации, депутаты, учителя и родители. Все собравшиеся в фойе были рады такому подарку, особенно перед Новым годом. На церемонии открытия все, кто был причастен к нему, получили награды. Но самая главная награда была у детей. С введением интерната успехи детей будут еще больше и лучше. Нина Ханарова, Мария Винокурова, НВК Саха, Тампонский район.